Москвы до Ханты-Мансийска. Такова в этом году география открытого форума «Взмах крыла». Этот масштабный проект проходит в театральном центре «Жаворонки» уже в пятый раз. За время существования он приобрел статус всероссийского. Был отыгран не один десяток талантливых и интересных спектаклей не только силами российских мастеров, но и зарубежных. География наша ширится, да, и появляются города дальние совершенно, потому что появился в этом году Ханты-Мансийск, да, кроме как бы Перми. Ребятам очень сложно, правда, добраться бывает, как, собственно, вот прибалтам, да, но, тем не менее, люди настолько увлечены театром, что находят свои собственные деньги, собираются, приезжают и участвуют в этом форуме. Сегодня «Взмах крыла» – это площадка, позволяющая молодым людям обмениваться опытом, знаниями и навыками в области театрального мастерства. В этом году она пополнилась и совсем юными артистами. Мы вдруг подумали о том, что необходимо внести какую-то свежую струю, свежую кровь в наш форум, чтобы он никогда не старел, чтобы он оставался молодым. И, в общем-то, те дети, которым сейчас 15-16, это завтрашняя молодежь. Поэтому мы учредили внутри форума театральный конкурс детских коллективов от 6 до 16 лет. Обладателем гран-при в этот раз стал детский театральный коллектив с веселым названием «Тили-тили-трям». Постановка «Скоморожьи сказки» не оставила равнодушными ни жюри, ни зрителей. И красивая, и речистая, а главное голосит. Тиля в округе знают, все, конечно, уважают, то и как не уважать. Мы гордимся, что на Одинцовской земле есть такое чудо, как наша вот работа с нашими одаренными детьми в рамках таких фестивалей и конкурсов. Мне приятно, что это ученики Кубинской школы номер 2. Да, действительно талантливые дети. Это действительно надо показывать по всей территории не только Одинцовского района, но и соседям. Молодцы! Театральная студия существует в Кубинке меньше года. Сейчас не занимается более 20 талантливых мальчишек и девчонок. Это настоящий наш дебют. Мы первый раз выступаем в таком коллективе, в таком качестве. И сразу гран-при. Мы приятно удивлены, потому что готовились мы недолго. Мы буквально, наверное, за полторы недели узнали, что принимают заявки. И подали, и вот мы здесь. Это для нас большая оценка. Такие жюри замечательные сидели. Столько много было ребят других коллективов. Мы тоже их видели, они очень сильные. Финальная театральная неделя в самом разгаре. В течение этих 7 дней 11 коллективов, признанные лучшими, покажут свои постановки. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте фестиваля «Взмах крыла». Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».